Обратите внимание на надпись в центре кадра «No smoking». Нельзя открытое пламя, потому что тут внутри находится электроподстанция, видимо, аккумуляторы, и, скорее всего, выделяется взрывоопасный газ. И при этом прямо на въезде на подстанцию чуваки поставили молельные свечи и зажгли их. Давайте подойдем поближе и посмотрим. Вот так выглядит. Это, наверное, молитва за жизнь и здоровье. Горит, горит. В электроподстанции, в электроподстанции. Просто потрясающе. Собственно, все, что вы хотели знать о том, как в Сингапуре относятся к безопасности.